Итак, всем привет, уважаемые други мои. Сегодня я записываю свое видео новое на свою камеру смартфонную, широкоугольную камеру записываю это видео. И, значит, что я вам хочу сказать? Сказать я вам хочу о том, что я уже купил в этом 2023 году и что я планирую купить в 2023, в конце года или в начале 2024 года. Итак, я потратил в феврале месяце, 1 февраля, 70 тысяч рублей. Купил вот этот вот смартфон, на который идет видеозапись, за 16 тысяч рублей. И за 52 тысячи рублей купил видеокарту MCI RTX 3070. Вот, за 52 тысячи рублей я купил. Значит, 52 плюс 16, там 17 тысяч рублей. Вот как раз получается около 70 тысяч рублей. Такие вот средства я потратил в феврале 2023 года. Значит, средства я эти занял у своих родственников. Как вы понимаете, у меня не было такая большая сумма денег, мне недоступна. Я не мог взять ее в банке, потому что с банками иметь дело очень опасно. Они могут оштрафовать, наложить штраф, если ты вовремя деньги им не выплатишь какой-то один месяц. Они тебя сразу оштрафуют на 10-20% от той суммы, которую они тебе дали в долг. И тебе придется возвращать из-за этого штрафа больше на 10-20 тысяч рублей. Поэтому с банками я в банках не занимал эту сумму денег, 52 тысячи рублей, а занял у своих родственников. Так, ну это вы поняли. Буду отдавать им эту сумму 70 тысяч по 5-6 тысяч рублей в месяц. Вот буду отдавать 12 месяцев до следующего года, до начала следующего года. Думаю, что я им отдам эту сумму денег. Ну, это я очень рад, очень доволен, потому что, значит, получилось, что я смог как бы за маленькую сумму денег, ну, за маленькую переплату, там переплаты практически никакой нет, потому что я отдаю ту же сумму денег, которую занял. Значит, получил я за этот заем, купил видеокарту, смог купить и смог купить смартфон. Так, ну и на следующий год я вам расскажу свои планы. Значит, когда я расплачусь, 70 тысяч верну своим родственникам, после этого я себе планирую купить беззеркальный фотоаппарат от фирмы Sony. То есть это будет беззеркалка с APS-C матрицей, примерно такого же размера и такого же функционала, как моя бывшая камера Sony Alpha A6000, но более новая, с более новым процессором. Ну, что-то вроде Sony Alpha A6400 я куплю, или какую-то более новую модель. Для чего я обновить хочу свою старую Sony Alpha A6000? У меня Sony Alpha A6000 не пишет видео в 4К разрешение. Вот в этом ее главный косяк. Поэтому я планирую себе купить точно такую же беззеркалку, тоже с матрицей 24 мегапикселя от фирмы Sony, с APS-C матрицей на 24 мегапикселя. Но только чтобы она писала видео в 4К разрешение. То есть 3840 на 2160 пикселей. Там 8-мегапиксельное видео будет. Сейчас вот у меня 2-мегапиксельное видео в формате Full HD. 60 кадров в секунду максимум может писать моя Sony Alpha A6000. А аналог Sony Alpha A6400 будет писать 8-мегапиксельное 4К видео.
Вот ради этого 4К я планирую потратить где-то еще 60-65 тысяч рублей в 2024 году, если все нормально будет. Если ситуация в мире не ухудшится, там рубль, если не обвалится, если все будет так, как вот сейчас, в данный момент времени, в феврале месяце 2023 года. То есть, если ситуация будет точно такая же через год, то я смогу купить себе новый беззеркальный фотоаппарат, полный аналог беззеркалки Sony Alpha A6400 с 4К видеозаписью. Вот где-то за 50, за 65 тысяч рублей я его планирую купить. Ну а так вот я вам все рассказал. Вот что хотел, я то купил. Смартфон новый купил. Видеокарту новую RTX 3070 купил. Осталось купить только беззеркалку с 4К видеозаписью от фирмы Sony с APS-C матрицей. Но я это через год тоже смогу сделать. Ну вот, на этом я свое видео заканчиваю. Ставьте ваш королевский лайк, подписывайтесь на мой канал. Как вы видите, широкоугольное видео, вот влезает оно полностью. Вот я руки развел, видите? Влезают руки полностью. Значит, заканчиваю я этот свой видос. Всем счастливо, всем гудбай. До новых встреч на моем канале. Всем пока.